Приветствую, зрители Russian TV World. Это «Светский выход» и я, Виктория Пай. Сегодня мы находимся в театре «Потихио» на аншлаговом спектакле «Осень. Идеальная жена» с участием звездного состава. Добро Спектакль «Идеальная жена» представляет продюсерская компания Atria Music, которая уже на протяжении многих лет радует кипрских зрителей лучшими проектами Европы и России. Ведь это же так прекрасно, что можно насладиться такой культурной программой, не выезжая с острова. Дорогой, сейчас не время для семейных разборок. Я приготовила тебе сюрприз! Ну, если героиня Маши Порошиной «Идеальная жена», так пьеса называется, я играю ее мужа, значит, я идеальный муж, соответственно. Без ложной скромности я могу сказать, наверное. Вообще, только любящие друг друга люди могут так ненавидеть друг друга в каких-то проявлениях, да? Только любящие друг друга люди. Поэтому, да, у нас хорошая семья театральная. Ну, я имею в виду, да, по сценарию. Скажите, а кто она, идеальная жена, вот в вашем понимании? Это женщина, которая говорит своему мужчине: я тебя понимаю, ты молодец, я тебя понимаю. То есть самое важное – это поддержка и понимание. Да. Прости, а почему ты так странно разговариваешь? Как я говорить? Как черту ты, немка? Публика чудесная, мы немножечко волновались, потому что первый раз мы играли на Кипре. Вот, по-моему, прекрасно все принимали, и мы получили какой-то тоже кураж такой, и чувствовали энергию доброжелательную, и сами в ответ даже хотелось хулиганить иногда на сцене. Это значит, главная такая первая степень раскрепощенности, значит, все взаимодействие пошло между залом и зрителем. Вот, ну, мы довольны, нам понравилось. Хочется пожелать людям доброжелательности друг к другу, несмотря на какие-то жизненные обстоятельства, ситуации. Хочется, чтобы люди любили, хорошо относились друг к другу. Тем более у вас такая страна прекрасная, солнечная, все время хорошее настроение. Это мы можем грустить в России немножечко из-за дождя, из-за погоды, из-за чего-то еще. Вот. А мне кажется, что когда все вместе и рядом, и поддерживают друг друга, допустим, да, люди, которые здесь живут, это очень важно. И вот побольше таких мероприятий разных, чтобы люди встречались, общались. Потому что самое главное в жизни – это общение, вот. И, ну, конечно, хочется пожелать здоровья, крепкого здоровья, любви, благополучия в семье, вот, и улыбок. А что вы делаете? Ищем! Что? Буковку, монетку. Монетку, буковку. Буковку в виде монетки. Да! Вам помочь? Нет, сами.
есть такое, да, конечно, легкое волнение, но и тем не менее, наряду с этим, да, волнением, есть радость встречи с любимыми партнерами, с любимыми коллегами на сцене. Похулиганить, потворить, поэтому такое приятное ощущение. Вот-вот. Жду. А какая вот самая интересная черта характера вашего героя в спектакле? Мне кажется, у него такая черта слишком доверчив. Ну, по-хорошему доверчив, и люди этим пользуются. Ну, поэтому как-то так, да. Я люблю вообще спектакль, я люблю его за кулисами, я люблю его слушать. Много любимых моментов. Причем у нас несколько составов, и все прекрасные. Вот я даже не знаю, кого выделить. Просто какой-то уникальный. Вот правда. И с каждым годом все лучше и лучше. Мы приехали, вот мы радуемся. Мы какие-то все переполнены чувствами прекрасными. Вот перед спектаклем на пляж пошли. И все как-то вместе. Вот какой-то потрясающая какая-то атмосфера в этом спектакле. Вот. Поэтому и за кулисами, когда я смотрю, мне... Эта сцена, это какие-то интонации. Кто-то сказал по-другому. Ой, вот тут мне, он вчера лучше сказал. Вот такой вот. Ну, много сцен хороших, любимых. И зритель тоже вот их любит и хорошо принимает. Височки и лапочки. В каждой лапке по цветочку. А кисочка и лапочка всюду ходят в тапки. А хвостатик и пушок вместе. Потрясающая, очень легкая комедия. Мы с мужем смеялись от души, даже щечки болят. Идеальная жена, которая всегда найдет повод посмеяться в любой ситуации. А, я приехала с Литвы, с Вильнюса. Так. И мне до того понравилось, я от смеха плачу. Плакала. Идеальная жена. Она существует вообще, нет? Нет. Какими качествами должна обладать идеальная жена? А, вы знаете, меняться постоянно, потому что когда ты женился, да, и потом растешь, появляются дети, они вырастают, и необходимо, чтобы супруги могли изменяться, оставались интересными друг другу, вот, и обязательно, чтобы был общий интерес, там, у кого-то дети, у кого-то бизнес, у кого-то и то, и другое, и если это удается сохранять, поддержать и развивать, то тогда семья будет достаточно крепкой. Угу. Обязательно спорт и следить за физической формой. Ну, как вы считаете, идеальная жена, она существует? Я думаю, что идеал для всех разный, и думаю, что да. Ой, какой сложный вопрос. Но я думаю, что идеальная жена для каждого мужчины своя. Думаю, да. Да? Да, я думаю, что там ползала идеальных жен. Какими качествами, по вашему мнению, она должна обладать? Ну, не знаю. Мудростью, наверное, самое важное. Мудростью, терпением. Ну и должна уметь любить, конечно. Думаю, нет. Это скучно. Ну, конечно, это очень скучно. Идеальная жена – это скучно, нет? Вам так не кажется? Вы идеальна? Я нет. И я не идеальна. На кастрюле с водой летают. И мы уже перевоспитываем. Конечно, все бывает. Должно быть в жизни больше позитива. Не стоит, так сказать, копаться во всем этом, да. Жизнь семейная, она бывает разной. Позитивной, негативной. Все-таки, когда люди долгое время живут, быт съедает отношения. Идеальная жена, она какая?
Вот такая. Вот она! Вот она, идеальная жена. Ну все, делитесь для девушек знаниями, чем должна обладать, какими качествами идеальная жена. Я расскажу. Давайте вы. Жена должна создавать такие условия дома, чтобы мужу хотелось идти домой. Это основа? Я абсолютно согласна. Все. Ну и главное, беречь мозг мужа, не выносить.